Настало время пригласить вас во дворец короля Людовика XIII в Лувр. Один, один я, как церковный шпиль. Но, мой король, у вас есть Детревиль. Есть Детревиль. Оставьте. Государство, вечно государство. Эки вздор, галиматья. Жаль не я, ах, жаль не я, потомок догадался. Государство это я, государство это я. Мушкетеры! Ах, оставьте! Государство, государство, вечно государство! Такий вздор, галиматья! Жаль не я, ах, жаль не я, потомок догадался! Государство — это я! Государство — это я, государство — это я. Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Я должен вас призвать немедленно к ответу, коль прав язык молвы. Кому писали вы? Извольте следовать, мадам, старинному завету. Вовеки тайн хранить жена, вовеки тайн хранить жена. От мужа тайн хранить жена. Позвольте мне отдать письмо, письмо, что вы писали. Уж вам себя, мадам, морочить я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали. Как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо.
Король прочитал его и успокоился. А зря.